Алло, меня бывший сынок представляет. Всем здравствуйте. Сегодня у нас такая история. У нас есть две машины. Первая машина — это Honda Fit 1.5 2010 года. Вторая машина — Toyota Isis 2006 года. Эти машины мы привезли паромом из Японии в порт Владивосток и оформили таможенный транзит до Адлера. Вывезем их своим ходом из Адлера в Абхазию, там растаможим. И там они уже будут кому-то продаваться, кому-то будет интересно, это уже совсем другая история. Будем мы снимать какие-то видосики. Ну и эти видосики мы будем вам показывать. Надеюсь, вам будет это интересно. Кому не интересно, можете даже не подписываться, не смотреть, нам по барабану, если честно. Но кому интересно, welcome. Уже мы столкнулись с какими-то трудностями с сотрудниками ГИБДД, которые вообще не понимают, что мы делаем. Они не видели никогда таких документов. Что такое таможенный транзит? Мы не понимаем. Где ваш ПТС? Российский ПТС? У нас его нету. Но мы им объяснили, отстояли. Ну и также будем объяснять следующим. Так что пожелайте нам удачи. Она нам понадобится.